А вот уборка города от последствий недавних происшествий завершена. Сейчас сотрудники коммунальных служб работают в штатном режиме. Масштабы проведенных работ оценили и горожане. Репортаж Дамира Анитова. 4 января тысячи митингующих шли по улице Тюлеби в сторону Акимата. Сначала протесты были мирными, но в какой-то момент толпа начала громить все на своем пути. Группа людей попыталась вломиться и в здание, где располагалась вот эта кофейня. Но объект в одиночку сумела отстоять 19-летняя Ангелина Ребяхина. 4 числа очень огромная толпа людей просто шли по Тюлеби, громили, останавливали машины, звали, чтобы люди выходили, ну, как восстание поднимали. Пытались и к нам ворваться на запросы их уйти отсюда. Они как бы удалились особо, как сказать, ничего не громя, не рушили ничего, все спокойно ушли дальше. Сейчас улицы мегаполиса выглядят как прежде. В первую очередь это заслуга работников коммунальных служб. Они, не жалея сил, стоят на страже чистоты города. Естественно, чисто сегодня. Да, конечно, благодарность, прежде всего, благодарность коммунальным услугам. Они, конечно, молодцы, все это как-то это все организовано, все это сплоченно получается. Следил за всем, видел, какие были погромы, сколько было. То есть здесь вот, допустим, машины стояли сгоревшие, сейчас этого нету. Радует, что город восстанавливает прежний режим. На сегодня улицы мегаполиса полностью очищены от остатков массовых беспорядков, заявили в Акимате. Меньше недели понадобилось, чтобы навести в городе порядок. Теперь дело за восстановлением объектов. Город вновь обретает прежний вид. Это факт. Достаточно вспомнить, как всего несколько дней назад, внимание на экран, у резиденции президента был полный хаос. У здания стояли 3 сожженные машины. Сейчас, как вы видите, их убрали. Да и на месте, не покладая рук, трудятся сотрудники коммунальных служб. Одним словом, жизнь кипит. На уборку территории города Алматы задействованы, ежедневно задействованы 650 единиц спецтехники и 2500 рабочих. Всего же из города вывезено 1400 тонн твердобытовых отходов. ТБО отправили на полигоны. Коммунальные службы продолжают работать в штатном режиме. Дамир Анитов, Сагынгали Мунгайтпасов, телеканал «Алматы».